Со слов подростка, в субботу он пригласил мальчика домой. Тот наткнулся на сейф, где было ружье. Вытащил его, но оставил на кровать. Подросток хотел вернуть ружье на место, но случайно нажал на курок и ранил мальчика в левое плечо. Тогда он взял раненого на руки и отнес к колодцу. Одной рукой он держал мальчика, другой доставал воду. Мартия асо винис урма хеморагия ка результата лизюнлу провокате ку арма де фок. Suspectul minor fiind interogat, a comunicat că nu a alertat imediat poliția sau părinții, deoarece purta frica asupra celor întâmplate ca mai târziu să se destinuie unei rude. Подростка и его отца задержали на 3 суток. Открыто уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Мужчине грозит наказание за хранение оружия в несоответствующих условиях.